Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале. Мы, как всегда, на 6-м километре. Сегодня у нас необычный выпуск. К нам приехали гости из соседней страны на очень быстрых автомобилях, таких как Golf R мощностью 480 сил, Golf R 7-го поколения мощностью 520 сил, Audi RS 3 мощностью 560 лошадей. А противостоять им будут наши одесские Audi 80, Ferrari 458 Italia и Audi RS Q3. А начнем мы с заездов двух автомобилей мощностью до 300 лошадиных сил. Это Outlander из Молдовы и наш одесский Outlander. Поехали! Так, мы в Outlander, да? 2 литра турбо, правильно? Да. Конфиг, какая мощность? Примерно хоть так, плюс-минус. Около 300, я думаю. Около 280, 300. А соперника знаете, что за конфиг? Нет, просто заехать хочу. Ага, отлично. Так, у нас такой приборчик хороший, АМ. Буст, какой буст, какая турбина? Турбо EV4. Хорошо. Хорошо. Что там, все нормально, вы все включили, да? Ну, вроде бы да. А какая мощность у вас, что за конфиг? 250-260. Ну, здесь, по идее, чуть-чуть больше. Здесь из доработок только выхлоп стоит. Угу. Выхлоп и интеркулер перенесен просто на фронталку, все. Угу. У меня интеркулер и турбо EV4. Нет, здесь четвертый ТД-04 турбина стоит и стандартные форсы 460. Ну, чисто тогда гипотетически получается здесь сил на 30-40 больше, вот оно как бы и результат. А сосырки стартовали? Сколько тысяч? Да я только увидел, как стартанул, так и стартанул. Ребята решили заехать второй заезд без пассажиров и без камер, но результат в принципе оказался таким. Понял, синий гольф остывает, тогда с вами белая РС-ка заедет. У вас какой стейдж? Второй, третий? Третий. Третий стейдж, 480 сил. А что тогда в синем 520? В чем отличие у вас по конфигу? Разные конторы. RS3. Расскажите в двух словах конфиг. На стейдж 4, судя по всему, потому как турбина уже гибрид, где-то на ТТЕ-700 стоит. Uh-huh. А, тюнинное сцепление, ну, выхлоп, впуск там и так далее. Это сцепление все. Это Дима Дека делает, сцепление, да? Сцепление, да, Дима Дека. Uh-huh. А какая же мощность примерно? На данный момент мощность 550 сил. 500? На наддуве в 2 бара. 550 сил, ага. У гольфа, по его словам, по словам вернее, 480, да? 480, да. То есть мы должны чисто гипотетически уехать. Ну да, теоретически. А вес у автомобилей примерно одинаковый или нет? Его, походу, легче немножко. Чуть-чуть легче. Чуть-чуть легче, но у него панорама, честно, я не помню. Ну, в общем, я так думаю, мы просто увидим разницу между 550 и 480 сил. Ну, при общих, более-менее равных условиях остальных, да, скажем так. Минус так. Мое время, рекорд на данный момент, это 10.62. Круто, это круто. Вот, но сегодня она поехала, первый заезд 10.71, второй заезд очень плохой был, там зацеп сотня, плохой, сотня, да? 3,5 секунды. Audi RS3 против Golf R. Погнали. Чуть заснули на старте. Квотер, 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 квотер.
немножко старт был такой задумчивый. Ты не раздулись, да, просто? Нет, нифига не раздулись. Ага. Нифига не раздулись, но все равно успели догнать и обогнать до линии. Как бы разница во времени очевидна. То есть 10.6 против 10.9 там, или 10.8 он поехал. Угу. То есть его мощность, в принципе, абсолютно предсказуемый результат. Да, все правильно. Для его мощности. 10.95 с пассажиром, угу. 0.133, вообще шикарно. Хорошо. Для... Да. Сколько весите вы? Ну, килограмм 85 точно. 100.207.05, это лучшее мое время сегодня было 6.58, угу. То есть с пассажиром. Ну, понятно, добавляется немножко. Вообще, по-любому. В принципе, да, достаточно. Но сотка будет хорошая. Какие результаты хотел узнать? 11.09 сейчас было. 11.09, вру. Да. 11.1. Сотка какая? 3.3. 3.3. Ну, да. Сотка неплохая. Но, в принципе, это хороший результат или нет? Ну, нет, должно быть лучше. Должно быть, да, лучше, понял. Сейчас вот пробуем. Хорошо, давайте, удачи. Ну, а сейчас Golf R 7-го поколения, 520 лошадей, поедет против Audi RS 3 с мощностью 560 лошадиных сил. Скажи, что по машине? Здесь сделан Stage 3, турбина, выхлоп, пуск, метанол. Угу. Какая мощность примерно? 520. 520 это мерили или это так, расчетные? Это на стенде. Это на стенде? Да. Ага, настоящий. А времена какие-то есть ее? Ну вот сейчас показала. Вот сейчас то, что мы проехали, 11.25. Угу. А какая 0.100? А, нет, подождите, секундочку. Так, секунду, сейчас. Ну, 11.25 я вижу. Да, 11.25. Так. Вот, 11.25. То, что с этой РС белой, ага, проехал. А 0.100 какие? 0.100, сейчас скажу. Есть. Ну, она шлифует. Ну, все равно, это же полный привод, правильно? Да. 3.54, 3.5. 3.5. 3.54, ага. Да, 3.6. Я понял, хорошо, жду на старте. Ну а сейчас этот Golf R мощностью 520 лошадиных сил поедет против Audi RS 3 на втором стейдже, там около 430 лошадиных сил. Всем полюбившийся Audi 80 против RS 3 на втором стенде.
сейчас заезд нашей одесской Audi 500 сил против Гольфа. Гольф у нас с Молдовы. Вот такой у него интересный номер. Audi не попал во вторую. Сейчас мы замерим эту Феррари, а потом заедем против Audi RS Q3. Серый, что едет? Хорошо едет. Для заднего привода это, скажем так, самая быстрая стоковая машина. Ну, сейчас, да, сейчас Феррари едет на время. Короче, 7,2, чуть хуже, да, на десятку. Ясно. Будешь еще раз? Еще разок попробую, 8,500 может перекричать. Так что с RS Q3 заедем? Да, сделал 707. Да, 707 лучше сделал. 460 100. Буксовал, да? Мишелин уже такой себе, да, подуставший. Кстати, выставили на паблик вот этот мой заезд про RS7 и против S6. Угу. И в комментариях человек 20 написали в S6 фальстарт на одну секунду, типа, ну там, ну, все комментарии S6 фальстарт, там, знаешь, на такие Audi. Типа, вы S6 фальстарт, S6 фальстарт, S6 фальстарт, ну типа такого. Он поехал на твой верхнюю, на Машу, на верхнюю. Может быть. Потом давай заедем ради интереса. Да, давай, я сейчас еще один раз. Да, я потом тоже. Давай, потренируйся. О, а у нас, как обычно это бывает, заезд спорткара против Бобика. Феррари 458 Италия против... RS Q3. Вась, со скольки? 40 давай. Ну давай, Ясик. Ну потом с места. Ты все равно сейчас уйдешь в космос. Это ж... Я тебе дам. Я еще только один раз гуднул, ты поехал. А я не слышу. Да? Не слышу. Давай, сейчас пусти, мы попробуем свет. Да ты смощнее. 704. Бомба. Давай с места, будет интересно. Место, да. Давай, потом. Пошли тут. Как результат? Пока лучше, я проехал 7.04. Вы больше не будете ехать? Сейчас с места он хочет. А, ну давайте, давайте. У нас заезд
Audi RS E3 против Ferrari 458, Бобик против спорткара. Заезд с места. Поехали. Я не знаю 7,3, сейчас плохо. Не знаю, чего она так сильно роется. Вот там, когда я только что ехал, она так... Сам ехал отлично. Да, надо сейчас еще раз попробовать. Давай, может быть, местами поменяемся. Или какое-то место чуть на 5 метров назад или вперед, сильно скользко там. Именно то место, давай. Сереж, попроси его, давай здесь стартанем. Я не могу, я там роюсь, там много... До линии. Вот отсюда. Так, ну что, Феррари стала в левую полосу. Здесь лучший зацеп. Сейчас попробует зацепиться и уехать от Ауди. А 2,5 роюсь. Это чуть-чуть лучше. Да. Так что, еще будете сейчас ехать? Я хочу вот здесь стать, где меньше камня и этого, чтобы хотя бы одну передачу хоть как-то зацепиться. У нас заруба продолжается. Феррари против RS3. Гольф едет чуть-чуть быстрее меня, с места. Не, ходом. Ходом у него, я думаю, заедет лучше с белой резкой, у него как у тебя 7 секунд, будет интересно. Давай. А у нас сейчас заезд ходом. Феррари 458, Италия 570 лошадиных сил. Против Гольфа 7-го поколения 520 лошадей. Сколько едет 100-200? 7,5, ну это 7. Сейчас я не мерил, ну два раза 7,04, 7,07 и 7,1. Около 7. Это ее заводские показатели. Смотри, с места не хочу, потому что лаунч, на лаунче я 3 передачи буксую, а просто газ пол 2,5. Мне надо той 3,8 не сейчас. Это просто зря, с места это так. Сейчас еще с резкой ходом. Так, у нас заезды продолжаются. Феррари против Audi RS3. День добрый. Давайте с 60. То есть, хорошо, я посигналю. Я не раздулся нормально. Надо пора. Давайте еще раз, да. Без разницы, просто не урывайте сильно вперед. Хорошо, хорошо. Thank you.
А сейчас хочу предложить вам посмотреть этот же заезд, только с другого ракурса. Максимально круто. До 200, я думаю, я пол капота привез, потом вы пол капота, и потом уже уравнялись. Да, ну у меня 100-200 не самые лучшие сейчас, 6.98. У меня 6.5-100-200. У меня лучше 7.04, ну 7.0 давайте так, 7.0, я никогда 7 не колол. У меня 7.0, до 200 я чуть-чуть, мне кажется, там на пол капота, потом вы пол капота до 220, а потом до 240 уравнялись. Помните, когда мы стартанули, я чуть-чуть начал уходить? Да. Вот у меня был передув, мне нужно подстроить. Вот с ланча она хорошо работает. Это отдельный буст-контроллер, в общем, есть свои нюансы, поэтому... Но все равно круто. Спасибо. Все, давайте. Я там сейчас еще чуть людей покатаю и поеду уже. Хорошо, удачи. А я хочу поблагодарить всех за внимание. Пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал. А я прощаюсь с вами до новых заездов. Пока-пока.